Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy M52 5G. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве, точнее, как в это устройство вставить сим-карту и карту памяти. Для этого нам понадобится мой бокс. В вашем боксе может быть что-то другое, но в моем боксе все самое необходимое. Это, собственно, скрепочка, с помощью которой мы будем изымать слот с телефона, и карта памяти. Теперь что мы с вами делаем? Мы с вами берем телефон, блокируем его, где там кнопочка. Затем берем скрепку для изъятия слота и смотрим, что на левом торце нашего устройства, вот на левой стороне есть такое, в самом верху, есть такое небольшое отверстие, в которое мы вставляем скрепку. Видим, что она вставилась. А теперь нужно взять и хорошенько так прижать. После того, как мы прижмем, у нас вытащится слот. То есть, видите, что я достаточно большое усилие прилагал для того, чтобы изъять слот. То есть мы берем и, не жалея себя и своего пальца, прижимаем скрепку. Затем изымаем слот и видим, что слот у нас комбинирован. То есть либо можно вставить две сим-карты, либо одну сим-карту и одну карту памяти. То есть сюда можно вставить сим-карту, при желании можно вставить вторую сим-карту сюда. Либо же одну сим-карту вставляем вот сюда вот. И одну карту памяти уже не в вертикальном, а в горизонтальном положении вставляем вот в это вот, в этот вырез, в это отверстие. Итак, что теперь мы делаем? Мы берем, давайте я для наглядности разблокирую телефон, и вставляем сим-карту с картой памяти в телефон. Ждем пару секунд, и телефон блокируется пин-кодом сим-карты. То есть это значит, что он сим-карту уже увидел. Разблокировал сим-карту, разблокировал телефон. И что мы видим еще? Еще должно было сообщение появиться. Вот, карта памяти. CD-карта памяти вставлена, нажимаю «Открыть» и видим все, что находится у нас на нашей карте памяти. Для того, чтобы изъять слот, нам нужно сделать, по сути, то же самое. Просто берем нашу скрепочку, прижимаем, вытаскиваем скрепку. Ага. Не сильно прижал. Еще разок. Вот. Изымаем слот. И ставим слот на место. Вот и все. Мы вытащили сим-карту и карту памяти. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.